19 февраля в Крымском федеральном университете имени Владимира Ивановича Вернадского прошел открытый турнир по шахматам, посвященный столетию создания вооруженных сил. Его участниками стали 24 студента из различных структурных подразделений КФУ. И наши студенты – это интеллектуальная элита нашей страны, это будущее нашей страны. Шахматы дают им знания по всем дисциплинам, изучаемым в университете. Я думаю, что эти студенты, и не только эти студенты, а студенты нашего Крымского федерального университета будут достойными преемниками тех ученых, которые заканчивали этот университет. Организаторами состязания выступил отдел по воспитательной и внеучебной работе Института экономики и управления КФУ имени Вернадского. На их счету большой опыт проведения мероприятий такого рода и участие в различных шахматных турнирах. Такие турниры проходят регулярно, и это очень хорошо. Мы не только внутри себя, так сказать, играем, но и знакомимся, кто у нас еще есть в КФУ, в других подразделениях и все такое. Между собой соревновались не только профессионалы-разрядники, но и рядовые студенты-любители. Я спортсмен-любитель. Я проявляю интерес к этому виду спорта любительски. Мне нравится, это высокоинтеллектуальная игра, позволяет развиваться мне как личности и достигать таких вот высот даже в любительских турнирах. Я принимал один раз участие в турнире, не занял каких-то призовых мест, но мне очень понравилось. Победителей турнира ожидали почетные кубки. Первое место среди девушек заняла Анастасия Дикалюк, а среди юношей Александр Цыганок. Антон Бизик, Николай Шульга, пресс-служба Крымского федерального университета.